Матрица Творца, еще много разных школ. По своей сути, в принципе, абсолютно разных школ. Христианский блок, мусульманский, Индрасиль Рейки, многоканальная медицина. Очень-очень много всего. Сколько у меня каналов посвящений, честно говоря, даже не знаю. А посчитать то некогда, то забываю. И сегодня у нас с вами очень интересная тема – моксотерапия. Так, что у нас тут написали девчонки-мальчишки? Нормальненько, третий день с температурой. Температура, в принципе, она полезная вещь, пережигает в организме ненужное. Ушла на выборы зимой, вернулась домой по весне. Все отлично, шикарненько. Я рада за вас. И, наверное, для начала, да, желательно, чтобы у вас горел огонь, свечка, потому что энергиями будем работать, это одно, но на огонь, на свечку очень много выходит. На огне очень много сгорает. И воду питьевую, не кипяченую. Ставьте, не стесняйтесь. В процессе работы она будет заряжаться. Вы можете ее пить и сразу начинать, и после вебинара, и завтра, послезавтра. Эта вода будет очищать, действовать на вас так, как нужно вашему организму. Если у вас в семье несколько человек, то эта вода будет действовать на каждого человека так, как ему нужно. Имейте это в виду. Кому-то почки почистит, кому-то кишечник. Рада новой встрече. Я тоже. Немножко задержалась, потому что не очень удобно на новом месте. Печень стала греть для разжижения крови. Люд, я бы тебе этого не советовала делать. Потому что для начала нужно сначала почистить эту кровь хотя бы немножко, хотя бы энергиями. Любыми абсолютно. А потом уже работать с печенью, даже не греть. Не-не-не. Это очень тяжело для организма. Угу. Молодец. Вот. Итак, моксотерапия. Все, наверное, слышали про иглоукалывание, да? Вот что-то наподобие. Что-то наподобие. Там идет, в моксотерапии идет прогревание полынью. Есть контактное, есть бесконтактное. На камешке ложат, на иголочке сверху зажженная полынь горит. Полынь, она сама по себе очень хорошо чистит. Очень хорошо пить желтенькие цветочки полыни, заваривать и пить. Вот она хорошо чистит. Любая, вообще любая горькая трава, она чистит от паразитов, от сущностей, от программ. Мы с вами занимаемся энергиями, работаем над собой. По сути, нам желательно постоянно пить горькую траву, потому что она помогает очищению. Вчера в ней купалась. Умничка. С полынью что-то уже было. Что-то было. Не вспомню. Скорее всего, в заботливых энергиях что-то было. Моксотерапия тоже относится к заботливым энергиям. Это рейки.
Да, что еще хочу спросить. Есть такие люди, кто не имеет посвящений вообще никаких, любых школ, и не знает, что это такое? Расскажу быстро, чтобы человек в теме был уже. Сеанс свободы движения был, да. Угу. Я проводила. Так, все знают, все умные, красивые, шикарненько, я рада. Но то, о чем я сейчас рассказывала, да, это работа на физике, пусть даже она затрагивает больше энергетическую систему, потому что иглоукалывание, что мокс-терапия проводят по точкам, по энергетическим точкам, по меридианам энергетическим. В основном это работа с энергией. То, о чем я сейчас буду рассказывать, да, это просто энергия, которую вы открываете на себя и работаете. Обязательно будет посвящение в эту энергию 24 марта в 21 по Москве. Цена 1000 рублей. Лена, ты не делала ссылку на моксотерапию, чтобы скинула, чтобы я не отвлекалась уже, чтобы девчонки, мальчишки почитали. Вот, замечательно. Чудесненько, благодарю тебя. Что бы я без тебя делала? 24 марта посвящение. Чуть позже еще эту ссылку мы скинем. И, естественно, мы сейчас поработаем этой энергией. Я расскажу, мы поработаем. Поскольку у нас с Нового года тема «Деньги» идет, мы пройдемся по деньгам, по энергетическим точкам, которые приведут к какой-то прибыли. Я так думаю. Я надеюсь, я уверена в этом. И в конце встречи расскажу о тренинге новом. Чуть-чуть зацеплю, который будет в апреле «Мой любимый мозг». И, естественно, расскажу, как получить очень большую скидку 65% на этот тренинг. Вот так как-то. Как-то так вот. Итак, моксотерапия. Энергия моксотерапии. Что она делает? Она делает практически все. Можно сказать, что это панацея. Практически от всех болезней, от любых программ. Пройтись по точкам, даже если вы не знаете. Можно просто дать задание этой энергии, да по сути любой энергии, и она будет работать сама. Но еще лучше, если вы найдете, пороетесь в интернете и найдете энергетические точки на ту ситуацию, которая вас волнует. Вот. Что еще я вам расскажу? Тепло. Так, пока не забыла.
Единственное, когда нельзя применять моксотерапию и на физике, и работать энергией, это третья, четвертая стадия онкологии и третий триместр беременности, потому что идет активизация. Вот. Вот два исключения. Вопросов пока нет. У меня чувство, что все заблокировано. Или пробои. О, мы сегодня еще и заземление поделаем. Обязательно. А давайте, знаете, что сразу... Вер, нет, это Люда про себя, про свое тело, про свое мироощущение на данный момент говорит. Угу. Давайте откроем канал «Мама» из космоэнергетики. Очень хороший канал, чисто женский, чисто земной. Вытягивает тоже очень много негатива. Открывается на ночь. Один из немногих каналов, которые можно открывать и нужно на ночь. Вот. Так. Хорошо пошла. Пошла хорошо. Все вы знаете, да, насколько легко и действенно работать энергиями. Гораздо проще. Пытаться что-то самим для себя делать, работать над собой. Итак, моксотерапия. В каких случаях можно ее применять? В мануале не всегда все написано. Поэтому... Или у меня спрашивайте, или фантазируйте, догадывайтесь сами, потому что брать, если моксотерапию, да, по сути, ее используют только для восстановления здоровья. Если разбираться, ее можно и делать на деньги, по активным точкам пройтись, снимать порчу, на сон, на здоровый сон, на восстановление сна открывать. Что еще? Для привлечения второй половинки в свою жизнь или... Даже не второй половинки, а того человека, который вам нужен. Потому что у меня была одна ситуация, сейчас тоже немножко отвлекусь. Давно, еще только я начинала выступать. Женщина в возрасте, в хорошем таком возрасте, за 70, у меня спросила, когда я создам свою семью. Я начала выяснять, для чего в таком возрасте нужна семья, нужна вторая половина. В итоге выяснилось, что человек хочет найти, встретить мужчину тоже примерно в таком же возрасте, с пенсией, с квартирой и сойтись вместе, жить
в одной квартире, вторую сдавать. Естественно, это по деньгам легче гораздо. Вот. Поэтому правильно ставьте цели себе, озвучивайте правильно даже для себя. Чтобы было удобно, проще, легче жить. Не надо никого обманывать и не надо обманывать себя в первую очередь. Вот прямо просится заземление. Заземление, я всегда говорю, девчонки, мальчишки, снимайте розовые очки. Не надо с умилением смотреть на мир. Четко ощущайте землю под ногами. Что-то делайте для себя. Не витайте в облаках. По сути, что и делает заземление. Есть несколько энергий специальных. Заземление из блока Хутты. Резонанс Шумана в рейках. Это земля, взаимодействие с землей. И последнюю энергию мы получали про землю. Девчонки, напомните, да, у меня что-то перемкнуло, не могу вспомнить, как она называется. Незаменимая любовь земли. Вот. Шикарнейшие энергии. Там идет работа в основном с первым энергоцентром. Восстановление жизненной энергии. Вот. И когда делаешь заземление, идет соединение космоса и Земли в районе четвертой чакры. Энергии шуруют очень замечательно, выбиваются все пробки, которые уже на подходе. Энергия по телу начинает течь свободно. Теплеют руки, ноги, если они у вас холодные. И как итог, это деньги. Заземление. Мы земные люди. Вибрация по телу идет. Мне жарко стало. Вот я только заговорила, да, про эти энергии. Уже реакция пошла. И давайте подышим. Давайте сделаем заземление и в натуре, не только энергиями. Вдох. Через макушку до промежности. Выдох вниз до центра земли. Вдох из центра земли до макушки. Выдох вверх и в ауру. Вдох. Через макушку до промежности, выдох вниз до центра земли, вдох из центра земли до макушки, выдох вверх и в ауру. Вдох через макушку до промежности, выдох вниз до центра земли, вдох из центра земли до макушки. Выдох вверх и в ауру. Как самочувствие? У меня волна жара по телу прям прокатилась. Голову кружит. Угу. Потому что, во-первых, подышали кислородом тело, организм свой насытили. И энергией насытили. Поэтому, да, голова кружится. Жарко. Угу. Это хорошо. Это очень хорошо. Кружится голова, да? Абсолютно верно. Все тело вибрирует. Правое ухо закладывает. Свет в пробку. Сдергиваем. Так. Что-то у меня застряло. Вот пошло. Я не понимаю, что происходит. У меня сегодня какое-то состояние тревожности. Ощущается и сон. Целый день впадаю.
Тань, это ну просто восстановление организма. Естественно, ты перенервничала до этого. Вот, у меня вчера так было. Поясницу перехватывает. Угу. Что только у нас не происходит с нашим организмом. Поэтому нужно восстанавливаться. Угу. Нужно восстанавливаться обязательно. Тепло, пульсация в голове и теле. Шикарно. Шикарно. Вот казалось бы, да, чувствуем себя как обычно, но тем не менее понимаем, что что-то происходит. Кай. И давайте уже активируем моксотерапию. Пока просто так. Пока просто она открыта, проходит через все ваше тело, через все органы. Пока мы поработаем непрофессионально. Чуть попозже я расскажу, что она делает, и поработаем конкретно, контактно. А вы, девчонки, мальчишки, пишите, если услышите свою ситуацию. Моксотерапия. Чем и в чем может помочь? Плюс полынь, да? Полынь еще использовали во время эпидемий. Горькие травы использовали во время эпидемий. Да даже просто пучки травы насушить, да, и в разных местах разложить. И не знаю кому как, мне даже запах полыни нравится. Мне нравится запах горьких трав. Мне и духи такие нравятся, с горчинкой немножко. Итак, в чем поможет? Если у вас остеохондроз, ревматизм, артрит, боли при грыже дисков, будет идти восстановление. Именно по этим ситуациям. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, жидкий стул, запоры, абсолютно. Надо духи опиум, мне понравилась Франция с горчинкой, надо будет попробовать. Проблемы с мочеполовой системой, простатит, цистит, бесплодие. Почему? Потому что, смотрите, там идет, когда мы работаем моксотерапией, идет, во-первых, воздействие на энергетические точки плюс энергия полыни. Со всех сторон, получается, мы эту ситуацию бабахаем. В хорошем смысле слова. На зло врага. Проблемы с дыхательной системой. ЖКТ, да. А что такое ЖКТ? ЖКТ – это практически три нижние чакры, деньги. Любое нарушение желудочно-кишечного тракта говорит о или о старых программах магических, да, или кто-то вас быстро сглазил, или позавидовал. Угу.
идет нарушение по деньгам. Поэтому желудочно-кишечный тракт должен быть в идеальном порядке. 2 дня болит желудок. Угу. Сейчас, пока мы работаем, Люба, руки положите в район желудка. Запах полыни пошел. Класс. Ой, обожаю, когда приятные энергетические запахи идут. Я вот кайфую, натурально кайфую. Что еще? Различные нервные расстройства, депрессии, эмоциональные напряженные ситуации, проблемы со сном, чувство хронической усталости. Можно с помощью этой энергии нормализовать кровообращение. Опять же, мало того, что просто запустить энергию, да, дополнительно еще найти энергетические точки в интернете. Всегда старайтесь дополнить, развивайтесь дополнительно сами еще плюс ко всему. Возобновить течение энергии. Увеличится прилив сил, желание что-то делать. Можно, по сути, даже вот утром, когда проснулись, даже еще не проснулись, можно эту энергию открыть. Открыть. Проснетесь быстренько. Начнете скакать зайчиком, день будет легче. При анемии можно использовать для обезболивания. Но тут не просто идет обезболивание, тут идет обезболивание и восстановление. Восстановление сразу же. Очень хорошо при ОРЗ открывать, активировать. Особенно, естественно, в начале. В самом. Если зацепить, то пройдет гораздо легче это все. Что еще? Регенерация кожи, кислородный обмен. Энергетический обмен происходит при работе этой энергии. Поддерживает потенцию. Но я уже об этом говорила. При обезболивании еще идет и рана заживления. Я уже говорила, да, восстановление. Тонизирует. Успокаивает при стрессах. Антисклеротическое действие оказывает. По сути, там идет, что происходит полноценный процесс восстановления. Можно это делать и пожилым людям, и деткам маленьким. Все это можно делать. Только 2 ограничения. Кишечник можно восстановить. Можно все. Можно все. Лишь бы было ваше желание и стремление. Не один раз что-то для себя сделать, да? А конкретно поработать до восстановления. Потому что, так, дальше, что у нас поджелудочное? Поджелудочное минимальный, самый минимальный срок восстановления не очень тяжелого состояния, это 4 месяца. Это сколько, прости господи, нужно сожрать таблеток и посадить печень окончательно.
Я не исключаю медикаментозные средства, абсолютно нет. Но всему нужно знать меру. Можно выбрать что-то на травах. БАДов, в принципе, очень много. Лекарств на травах очень много. И работать еще дополнительно с энергиями. То, что... Помните, да, я проводила по четвергам сначала встречи. Я посмотрела, это для вас мало, потому что дальше у вас нет стимула работать над собой. Я сделала в месяц курс 11-12-13 встреч. Это хотя бы более-менее. Там хотя бы какой-то результат. И то судьбу, карму, однозначно мы 2 месяца провели, да, мы проработали. Сделали жизнь себе легче. Какие-то результаты уже пошли на лицо и на лице. Но вам же дополнительно нужно работать. Почему все эти встречи в записи? Для того, чтобы вы могли их включить и принять еще раз эти сеансы. Они будут действовать абсолютно по-разному. Даже в записи они действуют по-разному. Так, в мануале прямо рекомендуют активировать по утрам, чтобы заработали нужные меридианы и точки. Ну вот, да. Молодец. Пошла горячая волна по всему телу. Сейчас горят ладони, даже красные, немного тошнит. Наталья, вот ручки поприкладывайте к тем местам, которые вас беспокоят. Или просто туда, куда руки сами пойдут. Такая хорошая отрыжка началась. Ой, как замечательно. Чистка. И у меня отрыжка. Псориаз тоже лечит. Тоже лечит. Точки найти, активировать и работать. Так, у меня приступ до обморока был с желудком. Пропила 40 дней по одному яйцу, перепелиная чайная ложка меда. На голодный желудок через полчаса можно есть. Восстановила ЖКТ. Еще очень хорошо на ЖКТ мед дягилевый. У него тоже вкус такой интересный. Результат, ну, практически мгновенный идет. У моей бабушки повышенная кислотность. Что бы она ни съела, мучается изжогой вечно. Когда 1,5 года назад я съездила в Горный Алтай, да, вы все помните эту мою эпопею, но я привезла много разных медов, и именно дягель на желудочно-кишечный тракт. Бабушка буквально, ну, 2 дня его попила с чаем, там, ну, может быть, 2 раза в день. Мед, да, мед из дягеля. И она забыла про свою повышенную кислотность. Это вообще нонсенс был. Она даже травы не может пить, заваренные. У нее моментом изжога начинается. Вот с того момента, 1,5 года назад, она про свою повышенную кислотность забыла абсолютно напрочь. Всегда используйте все средства для того, чтобы получить результат. Естественно, спрашивайте себя, сломя голову, кидаться никуда не надо. Спрашивайте себя, спрашивайте у своей интуиции, спрашивайте, в конце концов, в чате и у меня, стоит или не стоит это делать. Потому что угробить себя можно очень быстро. Восстанавливаться долго достаточно. Вот. Моксотерапия вам в помощь. И сейчас
Давайте конкретно. Моксотерапией. Кстати, у нас ВКонтакте выставлены как раз точки богатства. Вот можете их открыть, посмотреть. Да, девушка с веслом. Это было что-то. Это было нечто. У нас ВКонтакте есть эти точки. Можете открыть, посмотреть, куда конкретно сейчас будет воздействовать энергия. Итак, ой, благодарюшечки. Моксотерапия на повышение благосостояния. Ой, сколько ушек-то, ушек-то сколько. Два уха и по одному носу. Право повело. Угу. Вот чувствуете, да, разницу, когда непрофессиональное использование энергии и когда идет целенаправленная работа. На повышение благосостояния. Быть здоровым и богатым легко. Вот это точно. Можете ушки свои и носик потереть ручками слегка. Нет, это не у всех, это вот то, что я сейчас работаю столько много. Добрый. Кто не успел, посмотрит в записи. Прям аккуратненько, нежненько так взяли, пошоркали. Носик, ушки, нежненько, нежненько. Отрывать ничего не надо. Можете конкретно пальчики поприкладывать по точкам. Ой, а давайте еще финансовый прорыв откроем. Так захотелось из матрицы Творца. Финансовый прорыв. Кстати, у нас сейчас идет курс. Финансовая перезагрузка. Завтра у нас будет достаточно интересный сеанс. Мы будем, во-первых, чистить пространство, чистить кошельки, карты, заряжать бумажные деньги, заряжать монеты, привязывать деньги к себе, к своей квартире, к своему кошельку, наполнять свое пространство деньгами.
Если есть желающие, можете, в принципе, на этот один сеанс записаться дополнительно. Леночка, у нас сколько один сеанс отдельно стоит финансовой перезагрузки? Ухи, ухи горят! Круто! 700 рублей, я так поняла. У тебя, скорее всего, на английском стоит. Мы поняли. Мы догадливые очень. Очень круто. Вот сколько у меня энергии, да, сколько у меня школ, где я мастер, где я имею право на посвящение, на передачу энергии. Мне очень нравится ими работать. Легко, просто, интересно. Да. Поэтому внутри такое ощущение радости, что ли, такой спокойной радости, удовлетворения. Приятно так. Вот вроде бы ничего не сделал. Уши горят, нос вибрирует. У меня тоже ушки горят. Да. В натуре причем горят. Слава богу, нос не горит, как лампочка. Кайф. Очень жарко, уши тоже горят. Вот так хочется руки раскинуть, да, и на песок. Ну, в крайнем случае на постель плюхнуться в позе звезда. Ощущение приятное. Кайф. Давайте еще и с этим еще раз заземление сделаем. Я бы в сне глубокий, мягкий. Со всеми этими энергиями еще раз сделаем заземление. Заземление, чем чаще делаешь, тем лучше. Муж уже на постель плюхнулся. Замечательно. Правильно. Всегда нужно расслабляться, получать удовольствие от всего. У меня всегда нос холодный, сейчас так хорошо носику, тепло. Точки энергетические, вот будьте так добры, не откажите в любезности. Оказывается, вот у нас и нос отвечает за деньги. Казалось бы, да? В очках, почему нельзя? Конечно, можно. Я же в очках. И в очках, и в одежде. Кто-то почему-то считают, что кольца, серьги, браслеты перекрывают течение энергии во время посвящения. Знаете, я не заметила. Я себе никогда никаких ограничений не ставлю. Никогда. Во время работы посвящения то, что на вас, оно еще и заряжается. Еще помогает в работе в дальнейшей. Так что, ну, каждый, конечно, свое выбирает. Говорят, что и животных нужно закрывать в отдельную комнату на посвящение. Категорически нельзя. Я категорически против этого. Вы все знаете. Нос чует деньги, да. А это везде написано. В рейках это везде написано. Снять цепочки, серьги, кольца. Какие у вас кольца интересные. А мне нравится все такое необычное, странное. Мне простые не нравятся.
И животные, да, и животные посвященные будут. Не скажу, что они, конечно, не будут посвященные. Просто если во время посвящения с вами рядом находится животное или человек, для них это происходит как сеанс. Растения. Растут, как на дрожжах. Цвести начинают даже те, которые в принципе цвести не могут. Вот натурально. Если работать практически круглые сутки, как работаю я энергиями, да, и находится растение рядом, все. Все это, все в цветах. Попробуй моих котов выгони, загрызут. Да, по сути, да, даже вот смотрите, если животных куда-то в другое место закроешь, да, они с ума сойдут. Какое посвящение, какое тишина, спокойствие. С ума сойдешь. Так. Вот. Вот, Леночка, спасибочки за ссылочку. Вот так вот. Я забыла сказать, я дополнительно еще моксотерапию пустила по позвоночнику. Потому что позвоночник наше все. Так, девчонки, мальчишки, по моксотерапии есть вопросы? Что-то непонятно, странно вам кажется, необычно. А, подышать же, да, мы хотели. Спасибо. Надюш, переводи. Угу, жарко обзевалась. Замечательно. Шикарненько. Со всеми этими энергиями, которые у нас есть. Вдох через макушку до промежности. Угу. Во. Выдох вниз до центра земли. Вдох. Из центра земли до макушки, выдох вверх и в ауру. Вдох через макушку до промежности, выдох вниз до центра земли. Вдох из центра земли до макушки, выдох вверх и в ауру. Вдох. Через макушку до промежности, выдох вниз до центра земли. Вдох из центра земли до макушки, выдох вверх и в ауру. Классная энергия, тоже радуюсь, тоже обзевалась, только до лопаток чувствую по позвоночнику. Пробку сдергивай. Вы обратили внимание, сейчас заземление мы сделали, ощущение по-другому, гораздо легче прошло. Легче, быстрее, чище. Не смогла войти в начале. Угу. Такие вопросы в личку. Грыжи на позвоночнике можно убрать совсем. Точно, да. Вот обратите внимание. Легко, легко. Энергия шла, и мне даже легче говорить было. Мозг отключается, энергии не чую, а вот спать хочу просто вообще как в тумане. Танюш, если есть возможность, отключайся. Да, еще раз напоминаю, посвящение в моксотерапию 24 марта в 21 по Москве, цена 1000 рублей. Легче стало, да, замечательно, замечательно. И сейчас кратенько
расскажу про следующий тренинг в апреле. По сути, все у нас сейчас, все у меня сейчас ориентировано на деньги. Для того, чтобы вы восстановились и начали получать прибыль, доход, изобилие, ограничений себе не ставили нигде, ни в чем никак. Мой любимый мозг. Естественно, на физике это будет после инсультов, после сотрясений, я не знаю, после ушибов, ударов, операций. Мозг – это шестая чакра, это глаза, это зрение, это ясновидение. И самое главное, почему я его начинаю, это для того, чтобы восстановить полностью все функции нашего любимого мозга. Почистить его, перетряхнуть, заставить работать на изобилие. Восстановление здоровья – это у нас будет побочный результат. Самое основное – почистить и прочистить мозги. Конкретно. Мозги и деньги. Деньги и мозги. Чтобы нам облегчить жизнь. Хватит уже собирать по копейкам. Пора уже доставлять себе удовольствие. Задуматься о себе. А ограничения. Убирать ограничения. Любить себя. Ценить себя, думать о себе хорошо, о себе только хорошие мысли, абсолютно. И что у вас есть возможность принять участие в тренинге, который стоит 6000 рублей, не помню, там 12, по-моему, 12 или 13 встреч у нас будет. Естественно, в записи вы все это получите. Всего за 2100 вместо 6000. Спросите меня, как это сделать. Лен, 12 это что? Все, поняла. Я уже в мыслях. Спросите меня, я вам расскажу. Мозг, мой любимый мозг. Как это сделать? А сделать это очень просто. Нужно записать видеоотзыв обо мне. О моих тренингах, о моих посвящениях, обо мне красивой, любимой, белой, пушистой. Вот так вот, всего-навсего. Ничего сложного нет. Абсолютно. Сегодня, конечно, видеоотзыв, да. Сегодня, конечно, Лена не расскажет, не выйдет. А когда у нас будут еще встречи, Лен, напиши, пожалуйста. Я не пугаю. А если не получала, я ж не говорю, что конкретно о тренингах. Обо мне 22 марта и еще какого-то числа. У нас два вебинара будет, да? Вот, тогда уже Лена выйдет, расскажет подробнее, что нужно сделать, как сделать,
Это скидка такая очень хорошая на этот тренинг «Мой любимый мозг». Мы с Леной очень долго выбирали названия. Любые. Любые. А, темы вебинаров по мозгу как раз и буду рассказывать. И выбрали вот это вот название, оно мне прям на сердце легло. Очень хорошо. Да, все объяснит и научит. Вот как раз вот Лена только что написала. Я тоже не умею. Я могу только у себя в комнате. Ну, в принципе, ну, это не ко мне, короче. Технические вопросы, это не ко мне. Это все к нашей Леночке. Объяснит, научит, покажет, расскажет. Спокойно. Без нервов, абсолютно. Вот. Так вот как-то. Как самочувствие? Рассказывайте. Ай, замечательно. Отлично. Хорошо. Замечательное. Сплю, дети сказку просят. Жесть, да. Ходила заряженкой, почему-то срочно захотелось. Кайф. Запись будет, да. Легче стало, радостнее. Ну, вот замечательно. Ну, как раз о чем я говорила, да? Моксотерапия при депрессиях, восстановление энергии, упадок сил, плюс мы заземление поделали, по позвоночнику прошлись. Поработали мы сегодня с вами очень хорошо. Сплю, молодец, прекрасно. Состояние легкости, особенно после легкого заземления в голове.